Она была вся в крови. Неизвестные сбили собаку. Раненое животное нашли на дороге в районе поселка Федоровка. Волонтеры говорят, что у собаки была открытая рана живота. Внутренние органы, в частности кишечник, выпал наружу. Также зафиксирован перелом задней лапы. Есть подозрение на повреждение таза. Собака находится сейчас в стационаре в одной из ветеринарных клиник Челябинска. Собаке вчера сделана операция. Внутренние органы помещены обратно, зашиты, обработано все. Собака сейчас стабильно тяжелая, отказ от еды, но при этом она начала сегодня пить. Собака нуждается в любой помощи. Нужны консервы, детские или специальные, послеоперационные. Восстанавливаться животное, скорее всего, будет долго. Главное, чтобы не началось заражение. Волонтеры оказывают помощь четвероногому. Люди также ждут поддержки от неравнодушных.